Всем привет! Сегодня обзор построек моего подписчика Кримсона. Первое, что мы посмотрим, это экскаватор. Давай отпускай его. О, я что залагала. Пошли внутрь, все мне покажи, что здесь есть. Большие гусеницы. Сейчас я съем синюю конфетку. Что здесь есть? О, я вижу, что тут аккумулятор. Давай пойдем внутрь. О, ну ты тут есть большой двигатель, провода, какое-то табло. Майнкрафт. Это, наверное, какая-то игра, я такую не знаю. А здесь еще есть секретная комната. Покажи. Вот здесь без коллизии, здесь можно пройти, и здесь есть секретная комната для съемок. Даже зеленый экран есть. Пошли дальше, посмотрим. О, побить можно. Пройдем в кабину управления. Что там есть? Очень много разных кнопочек. А что они делают? Хорошо, это декорированное кресло. Можно натянуть гусеницы. Они даже работают. А назад он ехать не может, да? Еще крутится верхнее колесо. О, наверху есть птелка. Пошли посмотрим, что есть снаружи. Там очень много чего интересного. Спереди начнем. Здесь есть знак стопа. Поставить на дорогу. О, лестница, а как до нее допрыгнуть? О, все, я допрыгнул. О, здесь есть молоток. Among Us сидит, что-то пишет. Коричневые шапочки. Панель управления, но тут ничего настроить нельзя. А пошли еще выше. Как туда, на самый верх забраться? О, здесь есть антенна, только она не крутится. И еще вентиляция. Тут есть пчелка. А эту антенну можно включить как-нибудь, чтобы она вращалась? Здесь пчелка, кажись, ударилась об крышу. Да? А как? На той панели управления на кнопочку нажать? Да, я попробую. Все, я нажал на все кнопочки. Из-за этой постройки очень лагает, она очень большая. И еще эти гусеницы хорошо работают. Она все равно не крутится. Что с ней случилось? Давай ты включишь, а то у меня не получилось. О, вот она работает. Одна гусеница немножко слетела, а вот возвращается. Декор очень тоже красивый. В общем, это одна из лучших и крутых построек, которые я видел. Надеюсь, Кримсон нас еще не раз порадует своими интересными постройками. А на этом наш ролик заканчивается. Если у вас есть что показать на моем канале, напишите мне в Discord и не забудьте отправить фотографию. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Геймс. Всем пока.